Красный Крест включается в помощь бездомным всегда и ежегодно, когда действительно есть реальная угроза жизни людей. Безусловно, данная категория входит в определенную группу риска, поэтому для того, чтобы немножко минимизировать их передвижение по городу, и наше государство, и Мингорисполком попросил все-таки как-то быть их больше в стенах этого учреждения. Но, безусловно, мощности не хватает одного учреждения в городе, поэтому есть палатка, здесь развернута на территории, но ее необходимо, естественно, оснастить. Поэтому мы привезли сегодня раскладушки, мы привезли одеяло, продукты быстрого приготовления, это суп и пюре, вот, не крупы, потому что варить их здесь нет возможности. Хотя мы и обращались к нашим волонтерам, они готовы и приготовить что-то, очень простую еду, какой-то суп, какую-то кашу. Вот, поэтому мы еще привезли сюда и ящик тушенки. Это вот то, что у нас было на случай чрезвычайной ситуации. Ну и, собственно, мы, естественно, будем продолжать заниматься тем, что будем искать дополнительные ресурсы. Yeah.